Всем привет, это канал Queen Surprise. Сегодня у нас обзор белых киндер-сюрпризов Apple Edu. Коллекция неопределенная и весьма забавная, игрушки которой можно оживить через приложение. Откроем с вами 18 яичек, обязательно досмотри видео до конца, будет точно интересно. И не забудь подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Кто любит киндер-сюрпризы, ставь лайк и поехали! Яички мы взвесили, но, по-моему, в этом случае это будет бесполезная информация для всех. Мы недавно открывали троечку этих сюрпризов, почему они нас и приманили. Потому что там коллекция неопределенная, на вкладышах не написано, не нарисована коллекция, точнее. Вот. И игрушечки там интересные попадаются, поэтому мы вот решили открыть такую могучую кучку сегодня. Так, что это нам такой интересный, какой-то робот. Какая-то обезьянка попалась. Через приложение ее можно оживить, эту игрушечку. И нам какая-то горилла попалась. Собрали мы гориллу. Вот мишень. Здесь диск вставляется. И он вот таким вот макаром оттягивается и... запуливаешь ее в мишень. Неплохого качества. Лапы у гориллы двигаются. Такой, я вам дам. Начало неплохое. Следующее яичко. Кстати, 30 грамм, а предыдущее у нас сколько весило? 33 грамма. В этом что-то там шевелится. О, Дашка, нам банан попался. Мы вот этот бананчик хотели. И я хотела бананчика. Вот такой вот банан нам попался. Сейчас мы его соберем. Такой хорошенький. Ручки вверх поднял, такой, что такое, я не понял, куда все подевались? Хороший. А, и вот у него такие вот трафареты, дельфинчик, зонтик с лежаком, тут долька арбуза, а здесь у нас морская звезда. В летней тематике, в общем, все. Классная игрушечка. Следующее яичко, 31 грамм. Так, кто-то маленький. Ой, какой-то там мишка или морской котик. Нам попался морской котик. Такой вот домик у него, иглу. Тоже какой-то пусковой механизм, наверное, тут нужно нажать, чтобы он выпрыгнул оттуда. Такая вот игла. Такой вот сам малыш. Пузатенький такой. Видимо, только рыбки наелся. Так, это что у нас? Это штучка, на которой нужно стоять, что ли? Сейчас соберем. Собрали мы тут все. Вот эта цель получается. Ее ставишь перед иглу и пусковой механизм, на него нажимаешь, и Машка и котик улетает в другую сторону. Ну, можно с другой стороны тогда цель поставить. Ну, забавная игрушка, почему нет-то. Следующее яичко, 31 грамм. Вот так, что-то новенькое. Ой, ой-ой-ой, что-то там милое нам попалось. Для меня все милое, что с животными связано. Нам попалась касатка. Как будто бы она в воде, что ли, плывет. А, тут колесики вон есть, понятно. Это как карета такая своеобразная.
у касатки. Это имитация волн. Колесики дают движение касатки, она как будто бы плывет среди волн. Ну, тоже классная игрушка. Мне пока прям очень нравятся игрушечки. Так, дальше. 34 грамма. Кто-то через раз там болтается внутри. Ух ты! Так, тут у нас или фломастер, или печатка. Если в упаковке. Ой, сколько предупреждений-то. И нам попался слоник, который сидит в травке, а если его оттуда вынимаешь, он становится печаткой лапки, оставляет свой след. Хочу вам показать отдельную часть, глаза и бивни слона. Как будто это что-то, какой-то отдельный организм. Прикольно выглядит. Наш слон прозрел. Теперь осталось его сюда присоединить. Ну, чего ты не цепляешься? Так, и вот такой вот слоненок получился. Так, отцепляем, и здесь у нас печать. Во, вот так нужно проводить, и тогда след остается. Следующее яичко. 32 грамма. Тоже там что-то непонятное болтается через раз. Ой, новый. Попался с каким-то эхолокатором. Я не знаю, что-то у него прибор какой-то. Видимо, какой-то ученый на Северном полюсе. Может, на нем очки одеты, чтобы снег же отражается, и без очков там просто ослепнуть можно. И шапка теплая на нем. Ну, видимо, обувь тоже такая. С перчатками. А, ну да, вот у него даже, видите, на ногах шипы по льду, чтобы ходить и не подскользнуться. Вот это мишень. Вот так она ставится. И стреляем. Так, еще надо нажать правильно. Ну, как всегда, улетела куда-то в неизвестном направлении. В общем, вот такой вот дядька ученый. Руки у него тоже подвижные. Ну вот скажите, что не классные игрушки. Ну классные же. Следующее яичко. 31 грамм. Ну там что-то слышно. Так, еще нам какая-то там рыбка попалась. Ой, нам дельфинчик попался. Такой же, как касатка, только дельфин. Классно. Хотя это не дельфин, а как это, как же их называют? Ну, тоже это из семейства дельфинов. Прям из головы вылетело. Он тоже как будто бы по волнам плывет. Тридцать три грамма. Что-то там отдаленно. Звук какой-то доносится. Извиняемся за посторонний шум. У нас где-то кто-то что-то ремонтирует в квартире. Ой, машинка нам попалась. Так, вот такая тачка. И она во что-то превращается. Наклейки есть, да? Да, какие-то наклеечки есть. Сейчас будем собирать. Вот такая тачка у нас получилась. Лобовое пришлось немножко криво приклеить, потому что наклейка, когда ровно клеила, отходила. И я почему-то не нашла глаза машинкины. Наклейках их не было. Это, знаете, как будто машинка в ночи едет, и у нее внутри салона свет горит. Машинка непростая, она еще умеет, вот так вот у нее колеса едут, то есть она
А вдруг выпал снег, сугробы по колено, и она такая, опа! И у нее колеса превращаются в лыжи. И она поехала спокойно дальше. Круто? Следующее яичко. 34 грамма. Что-то там трясется еле-еле. Сейчас шоколад таять начинает. Ух ты! Что это такое? Какие-то руки. Нам попался вот такой вот робот. И он машет руками, что ли. Сейчас соберем, разберемся. Яркий такой. Так, собрали мы вот этого чудобрека, который руками машет. В общем, у него руки на шарнирах, представляете? У него они прям «Всем привет!» Ножки вот тут так прикрепляются, но они не особо подвижные. А руки прям вот они, шарнирчики там. И еще это спиннер, вы представляете? То есть его можно еще вот так вот кручу-верчу, пока не стошнит. Вот такой вот робот. Классный. Следующее яичко. 32 грамма. Я вот сижу и думаю, ну почему я раньше их не открывала, эти киндеры? Как-то думала, ну ничего особенного. О боже, что там нам классное попалось? Почему я раньше их не открывала? Ну вы посмотрите, какая прелесть, какая-то лягуха. И лягуха, по-моему, может... она может заминать листочки. Угу. Да, в виде короны у нее во рту. Сейчас посмотрим. Так, собираем. Такая ам-ням почти. Так, с короной. Ну, классная. Так, сейчас давайте мы ей отпечаток оставим. Получится, не получится. Ну, ладно, ладно, все, 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 не нервничай. Так, что-нибудь остается? Ну, да, остается. Тут смотря под каким углом смотреть. Может, потоньше взять листик? Ну, давайте тут. Остается, да, корона. Да, вот так вот, видите, если под углом, видно, что корона остается. Лягуха фаворит мой сегодня. Привет! Кова! Следующее яичко 34 грамма. Ой! Деталька, вернись! Ух ты, что-то там интересное нам попалось. Так, нам попался дракошка, который плюется водой. Вот, в мишень нужно водичкой плевать. Почему-то холодную воду нужно набирать. А почему холодную? Плеваться не будет тогда? Тогда бы, что ли, цвет менял он. Я все поняла, вот эти вот карточки, почему холодная вода нужна, они проявляются в холодной воде, то есть дракошка плюет на них, и картинка прорисовывается. Приготовили мы водичку. Плеваться мы, наверное, не будем, чтобы тут не замочить все, но проявить проявим. О, во! Здесь у нас рыцарь проявился. А здесь? А здесь замок. И дракошка замечательный. Следующее яичко 31 грамм. О, первая повторочка.
нам попалась, да, еще одна касатка. Следующее яичко, 31 грамм. Так, кто-то новенький. Так, кто нам попался? Сноубордист, что ли? Ну да, судя по костюму. В общем, тут вот это колесико, оно одно. Могли бы и два сделать. Вот так приподнимаешь и имитируешь его езду. Езду. Такой руки расставил. Эй, ловите меня! Следующее, 32 грамма. Так. О, у нас такие были, уже попадались нам такие. Но другие. Красный и синий. Да, цвета другие? Да. Здесь два космонавта. Они между собой слеплены. Тут такая вот у них силиконовая такая прослоечка у обоих. Либо их вместе вот так вот можно скрепить, чтобы они обнимались. Либо можно куда-нибудь прицепить. Как будто бы они куда-то так поднимаются. Веревочка есть. Так вот, веревочка продевается, чтобы если один отлепился, второй его спасет. Ну, тоже неплохая игрушечка. Следующее яичко. 31. Машинка какая-то. Какая-то техника нам тут попалась. Гусеничная. Собрали мы машинку. Такая вот она получилась у нас. Стекла приклеились. И вот здесь вот такие вот украшения по бокам. Как я вам говорила, она со спусковым механизмом. Это делается как-то вот так. Ну вот на эту штучку нажимаешь, и машинка выпрыгивает и едет. И последнее яичко на сегодня. 34 грамма. Вообще бесшумное. Ух ты! Что-то нам тут интересное попалось. Наклеечки. Еще одна какая-то гусеничная техника, которая превращается в робот. На силу собрали мы этот транспорт. В общем, вот такая вот гусеничная техника опять получилась. Здесь такой какой-то экран, компьютер, наверное. И вот эта техника превращается... Нет, сейчас покажу, как. Вот так вот отгибается. И вот так вот превращается в такого робота. Робот-пчела. Или оса. Не знаю, почему-то мне осу напоминает какую-то эту пчелу. Крыльями машет. Ну, прикольная задумка. Я думаю, мальчишкам понравится такой робот. А, вот так вот его сначала. Сложить его нужно. Вот так берете, и их крылья, его крылья точнее, поднимаются наверх. И опять он поехал что-то чистить. На бульдозер похоже, если честно. Передний ковш у него такой, как у бульдозера. Вот такие классные, интересные игрушки нам сегодня попались. Открывать их одно удовольствие. Совершенно не знаешь, что тебе попадется. Больше всего нам понравилась царевна лягушка, банан, касатка, белуха и северный ученый. А как вам эта коллекция? Кто понравился, а кто не очень? Напишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, поставьте лайк. И не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики на канале Queen Surprise. Всем до новых встреч! Пока-пока!